началось достаточно неожиданно. Примерно так. Краешек загнули. Крючок. Короче, все, на земле обетованной, короче, погода шепчет, на небе не облачко, все в пермском стиле. Езжайте, пацаны, можно ехать, короче, можно, все нормально, да. Нужно ехать. Нужно ехать. Все, даже местные аборигены встречают. Итак, первый заплыв, опроб произошел. Короче, вот теперь товарищ в полосатом купальнике. Опроб. Обмывает досочку. И далее, а? Всем привет. Ну вот так вот, пока, блин, мельбуржане катаются на самолетах, люди здесь на досках. Вот он, красавчик. Иди давай, мойся. Омывай тело. Омывай. Goodbye, Melbourne Town. Счастливый обладатель лотерейного билета. А тем временем загружаем. Мехмед только что сказал с заднего сиденья, что пиво на рыбалку брать не надо. Оно только место занимает. Еще чего-то. Положили 12 банок кефира. Сказали, 10 канистр баклажек воды. Витек с броневика вещает. Черт. Ошалевшие. А эти двое, блин, запихивают незапихуемое просто. То, что мы даже не пытались ни разу запихнуть вчера ни разу. Один Валера сохраняет спокойствие, блин. Валера спокойный, потому что... У меня есть запас, если не поместится, туда пойдем. Смотря на эти безумные сборы и на эту шумную компанию, и я решился присоединиться к вам. Ждите меня в Перте, пацаны. Командир экипажа в Нирване. Нирвана. Старший рыбак. Олег Бодр. Это рассчитаем. Мне уже нравится. Говорят, что, а? На фоне рассветного неба. Руку подожди. Стас. Так, тебе руку подать? Стас. Это Олег, это короче по рулю. Красота друг молодежи. То, что мы любим Западную Австралию. Потому что тут ничего нет. Shouldn't talk about it.
Ирландию с мороженым. Здесь есть все. Горячий душ, туалет, мороженое. Дизель. Все. 20 лет место не изменилось. Благодарен судьбе, что вы есть, и вы молодцы, несмотря ни на что, вот сегодня здесь, сейчас, завтра, завтра, мы можем встретиться, посидеть, поговорить, улыбаться, посмеяться. Согласен, хорошо, что... Отличный тост. Как надо тащить? Stand by me. Первый день. Пытаемся Вот такую фотографию нужно размещать в журнал, а такую в семейный альбом. Счастливый Ахмед вытаскивает рыбешку за рыбешкой. Молодец, красава! Это как раз целый посмотрим, можно проверить. Да? Не померяй, промеряй. Группа. После утренней счастливой рыбалки мы возвращаемся в кемпинг отдохнуть и поесть.
Второй день рыбалки. Тот же утес. Прекрасная погода. Замечательное настроение. Работа гафтом. Собирайте удочки, Валера, Олег. Убирай. Вот. Вернемся в кемпинг, отдохнем, поедим, поплаваем. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. Марик! Как жизнь? Охуенчик! Ты хотел спать сейчас идти? А мы бы тебе не дали. Давай, я искупаюсь. Отлично. А потом мы тебя накормим, очень напоим. Наш третий день на стипойте, полный оптимизма. Thank you for all of your trust. Thank you for not giving up. Вот так выглядит подъем и спуск на рыбалку. Это еще полпути. Но трудности, они что, они воспитывают характер и физическую подготовку. Yes, I feel my life is better, and so is the world we're living in. I'm thankful for the time I spent with my best friend. You're my best friend. Детка! Коты стоят. Очень хорошо закладывают рыбу. Очень хорошо ловят рыбу.
задача. Опустил. Поводил. Ну, чудо! Это кульминация, блин, офигенно, ура! Рыбалка удалась просто, блин, охрененно. Ну, мужчины, давайте. За уго! Наш четвертый день на стип-пойнте. Наслаждение. Время рыбака. Собрать новые снасточки. Писать письмо. Вот такая здесь вот ляма. We look for seashells buried in the sand. Draw pictures with a stick or even just our hand. We'll make some footprints as we walk along the shore. We'll take a break and have a snack, and then we'll play some more. See?
самое главное. Делай как надо, и все будет как надо. Делай как надо, и все будет как надо. Делай как надо, пятый и все день будет как еще надо. Еще больше рыбалки. Myself stuck in the middle of the sea. I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Последний полный день на Стивпойнте. Открываем ящик Пандоры. Наш private fishing spot. Немножко... Главный рыбак, один недостаток. Все, держи ее так, не тяни вверх. Сейчас, волна пройдет. Сколько вы сейчас выпили? Я же сказал. 440 Ну почти пол-литра. Миллилитров. Ага. Почти пол-литра. Ага. 7% алкогольного... Опьянение. Написка. Ага. То есть ты практически по... Стандартных 2,4 дринка и мне...
Пипец, блядь. Господи, аж завидно, как ему хорошо. I always thought you were the best. I guess I always will. I always felt that we were blessed, and I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me, knows me inside out, and helps keep me together, and believes without a doubt that I could move a mountain, someone to tell it to. If I had only one friend left, I'd want it to be. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart, like why are we here and where do we go, and how come it's so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're It's a pink. Hold on. Huh? Hold on. Hold on, hold on, hold on. Давай, go. Да. Итак,
завтрак прощальный степ-пойнта. Стоит шеренга, точнее две шеренги, поедающих завтрак. Голодные, как не знаю кто, но настроение на подъеме. Что вы нам скажете, Стас? Какие впечатления от поездки? Эпическая поездка. Эпическая. За последние были очень трудно. То есть тебе понравилось? Отлично. Ахмед, что скажешь? Что ты передашь Саше? Поездка у нас должна была закончиться еще в прошлый раз. Мое, короче, это мое чревовещание. Последней давности, оно не сбылось. Я сказал, будем ездить, пока не поймаем большую рыбу. Ну мы поймали. Я поймал ее еще в прошлый раз, но мы еще приехали. Перевыполним план. Отлично. Валера. Прекрасное место. Так. Хорошая команда. Отлично. Витёк, какие у тебя впечатления от поездки? Доволен всем. Как кот. Как кот. Покормили хорошо. Спал хорошо. Очень хорошо спал. На 5 с плюсом, Витёк. Кормили очень хорошо. Кормили мало. Особенно халапеньо. Было мало халапеньо. Держали на строгой диете. Олег, какие у тебя впечатления от поездки? О, прекрасно. Отличные люди, как всегда. Всех рады видеть. Это взаимно. Шикарное место. И время, да, мы испытали все. И ветер, и зной, и комары. И холодно даже вчера стало. Посмотрели какие-то новые места за 6 лет. Вчера открыли новые места. С ума сойти. Короче, все круто. Я открыл яму. Ариэль нам явилась. Короче, блин, поездка была шикарной. Валера, иди сюда тоже. Я надеюсь, тебя видно. Охренительно! Надеюсь, мы сюда еще вернемся. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me, like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on. Мисараж, владыком обычай такой. Мисараж, мисараж, владыком обычай такой. Поскакали! Нормально скачем, а? Курсята. Вы почему здесь без дела ходите? Я помогаю. Помогаю Ахмеду надувать. Ага, авторитет. Это будет сильнее. За 7 дней уже забыл. Поздравляю всех.
нас первая еда без песка. Без песка. Без песка. В завершение этого фильма хотелось бы сказать несколько слов. Во время монтажа присутствовали различные эмоции и чувства, я думаю, о которых вы догадываетесь сами. Но присутствовал один фактор, который стимулировал и являлся движущей силой, чтобы завершить этот проект и поделиться этим фильмом со всеми нами. Я думаю, вы догадываетесь, о чем я имею в виду. Эта движущая сила есть память. Поэтому я желаю всем нам встречаться как можно чаще, обсуждать как можно больше. И поэтому, я думаю, в скором времени мы увидимся и вспомним. Несколько видосов еще здесь. Вот, хотим рассказать такую предысторию. Однажды наш лысый друг порекомендовал нам очень хороший комплекс. Очень хороший комплекс, который имеет особенности. Максим предположил, что это даже, возможно, он сам выдумал для того, чтобы мучить людей. Что, в общем-то, в принципе, может быть правда. Почему мы покажем в процессе, почему мы думаем, что он придумал это для того, чтобы мучить людей. Но комплекс классный, нам нравится. Да, мы его постоянно делаем, вспоминаем. И вспоминаем нашего чувака. Ну, сейчас мы вам покажем кое-что. Раз. Два. 8. Эхо. Давай, давай, глубже, глубже. Куда уж глубже, да подожди. Давай, давай. Ниже. Еще ниже, не нравится. Ниже. Ниже. Отлично, вот так. Работаем. Ниже. Макс, качер. Хочешь на любой? Да, где? Где? Красава. Вот, как он меня делал. Ниже, ниже, ниже. Где? Отлично. Отлично. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you. About
about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. Not talking about family, we family's all that we got. Everything I would do, you were standing there by my side. Everything you told me would be for the last ride. It's been a long day without you. Я сейчас ее положу в палатку. We've come a long way from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Let me tell you. When I see you again. You both go out your way and the vibe is feeling strong. It was small, turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never. Я устал, я ухожу. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Let the